софт тренировка или что-то сумасшедшее, как скульптор тел, мы всегда с вами разбираем на загруженные суставы. Что нужно сделать? Таз зафиксировать и поработать именно бедро, коленку перед собой в сторону и вниз. Постараться максимально амплитудно этот сустав покрутить. Можно у опоры. То есть не обязательно тут стулья голову словить. Мы можем подойти к стеночке, придержаться, но больше эффективнее размять ногу. Ай, нет, вам всем надо стоять. Ну хорошо, ладно, стой.